подхожу, смотрите. И можно чуть-чуть размассировать там, да? Вот здесь чуть-чуть промассировать. Хорошо, вставайте. Посмотрите, то, что вот. И немножко вот здесь чуть-чуть шею как бы придерживаю, его подворачиваю, плавно укладываю, чтобы он не упал. Вот. Причем это не просто, а мы в мозг сигнал даем. Вот здесь активизируем. Подходим здесь. Оп. И теперь это делаем не просто, а смотрите, на выдохе чуть-чуть немножко энергии. Оп. Вот. Смотри, я скручиваю и загружаю себя. Вот теперь в комплексе. То есть вот это. И я еще, то есть что было? То есть, грубо говоря, я тебя скручивал, загружал, и я тебя сюда смещал. И фиксировался, я выключал как бы позвоночник подвижный, то есть ось загружал по оси позвоночника. Поэтому вот здесь ты слегка как бы ты зарастуешь, видишь, приподнимаешь. А теперь смотри, видно, вот оно пошло, раз, и хоп, оно пошло уже. Вот оно пошло. Смотрите. Не просто вот здесь, а вот здесь и вот. Смотрите, вот одна сила идет сюда, а теперь смотрите, смещение. И вот сейчас сила пойдет туда и пойдет разложение полное в трех плоскостях. Вот давление. Можно работать вот через вот это кольцо. Вот, а можно, как я показал, вот это задаю, а вот это вот сюда смещаю. Вот давайте вот сейчас вот мы подсаживаемся и делаем вот это вращение. Теперь, когда мы делаем, его вот сюда ведем. И вот сейчас вот я подхожу и вот это начинаю, вот сейчас вот сюда вращаю, вот этой рукой перехватываю, а теперь вот сюда смещаю и вывожу на вот этот круг вращения. Но это происходит патология сустава в тех плоскостях, которые они вообще не должны идти. Смотрите, немножко, чуть-чуть, пробуем им еще можно. То есть самое главное, важно как бы в этом управлять. То есть это вот такой. Смотри, вторая рука еще начинает усиливать работу. Подключаешь два ключа, и таз это как домкрат. Мы попробуем, то есть нас хватают за руку, а вот эта рука сюда легла. Еще раз. Вот оно, это движение, да, мы начинаем, и теперь ты начинаешь работать на кисть, и я это движение начинаю еще раз, вот хватай и работай. Работай, работай. Еще раз работай. Еще, вот работай. То есть начинаю, вот мои как бы вот эти, и опять же, то есть посмотрите, смотрите, здесь, то есть раз, раз, то есть начинаю, то есть здесь этот момент. А теперь смотрите, что происходит там, видно, еще, чуть-чуть подкручиваю, и вот сейчас вот здесь вот это движение на защите чуть запустил, и моя рука ему уже сюда прилетела. Вот оно движение. Работа. Раз, два, три. 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 Раз,
вот это, то, что я показал, это начальная основа без контакта. Как бы первой ступени. Вот, еще, работаем. 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 Здесь. Здесь. Не останавливайся. Работай. На мое место кто-то другой становится работать. Хороший смысл. Владимир, ну, интересовался действительно фактически возможностями человека развития, кроме там физического воспитания. Поэтому много что здесь было показано, я как бы читал или где-то видел. Но все зависит, потому что на самом деле информация она одна у всех. У всех есть база данных, которую можно брать, можно применять. То есть это и Восток, это и Индия, то есть это вот там все черпают. Фактически я посмотрел, как бы и система спецназа построена на этом. И я так предполагаю, что и система, вот у нас были характерники, я думаю, они где-то рядышком вот это вот на этой базе формировали себя как таковые, то есть бойцы, которые там рубились по несколько суток, не осознавая себя, как бы и при этом поражали там сотни противников. А вот. Но все зависит всегда от человека, который дает этот материал. То есть материал он может быть везде, но определенная как бы харизма, определенная специфика преподавания, определенный, возможно, опыт, определенное еще какое-то отношение к людям, которым ты преподаешь, или ты преподаешь немножко сверхне, или ты все-таки преподаешь как каким-то близким там, собратьям, товарищам. То есть это очень важно. Поэтому, как бы, отмечаю, вот плюсы действительно, как бы, преподавание, оно очень конструктивно построено на каком-то вот таком отношении, как бы, более дружеском, там, братском, то есть, когда инструктор не пытается, как бы, вот, действительно показать свою силу и утвердиться на своих подопечных, да, а вот инструктор все-таки пытается, как бы чувствуется, когда инструктор пытается передать материал. То есть не просто так вот имиджово, а передать материал, чтобы действительно как люди усвоили это все. При этом вот это большой плюс, и при этом действительно я отмечаю, что материал передаваемый, он очень хорошо усвояемый из-за того, что ну, чувствуется опыт. Чувствуется профессионализм, чувствуется действительно, что это отработано на жизни. Как бы не то, что есть много мастеров, которые, как прочитавши в книжках, начинают преподавать. И чувствуется где-то факт. А здесь чувствуется, что это все пройдено на жизни. Тем более, вот это когда пройдено на реальном бое, потом трансформировано это для того, чтобы это в мирные цели, а потом оздоровление, а потом самосовершенствование человека, и так цепочка спирали вот раскручивается дальше, это очень здорово. Дима, раньше у меня был опыт только обычной рукопашки по стенокадочникам, либо все несколько по-другому, очень позитивный, интересный опыт, но мне все-таки кажется, что чтобы вот к этому всему подойти, надо иметь больше практики, наверное, все-таки по чистой рукопашке, чтобы некоторые вещи может быстрее проходить, меньше времени тратить. Ну, вот подготовленность людей, она как бы может, большая подготовленность может, более подготовленный человек может больше взять от этого тренинга. Я как бы для себя отметил, что несколько лет перерыва как бы очень сильно прикипели многие вещи, и много чего надо было вспомнить, что-то быстрее вспомнилось, что-то медленнее. Но в любом случае тренинг был очень позитивный, интересный, развивающий. Еще раз спасибо. Меня зовут Иван. Увлекался спортом постоянно, сейчас тоже. Это футбол, карате, сейчас это
тренажерка, турники, все такое для саморазвития. Увлекаясь саморазвитием, то есть с точки зрения физики, интеллектуальной точки зрения, духовной, да, меньше. Тут тренинги очень, сама теория саморазвития, то есть, ну, там, завязано на тренинге. В принципе, и то, что оно все взаимодействует. То есть если оно все будет регулировано, тогда ты будешь и развиваться, и здоров. А самооборона нужна, чтобы это все защитить от внешних воздействий. Тебе не понравилось, потому что там очень много всего нового, интересного, и хотелось бы это все тебе развивать. Нужно, когда там практики, сейчас бы услышать какие-то наставления, что там делать. Утром, я в конце на эти вопросы сейчас просто можно так, ну, как бы покороче, особо там, если что-то есть сказать, говоришь там, да, и говоришь другому. Если как бы так особо нет сказать, может, еще состояние не поймал, а в конце я дам свои какие-то рекомендации. Александр, ну что я скажу? Прошло 2 дня, как ему позволил, служилось. Я знаю, о чем я работаю. Спасибо большое. Хорошо. Да, меня зовут Валентин. Вкратце говорил о себе вчера. Как бы я знаком с некоторыми техниками, занимался доосскими техниками. Ну, в общем, так, по чуть-чуть всего знаю, поэтому просто вы мне помогли сейчас, да, объединить как-то это все и открыть себе какие-то новые ресурсы. Ну, просто спасибо вам. Хорошо. Владимир. 23 года. 16 лет айкидо. Единственное, можно просто немножко чуть-чуть погромче, потому что воздух, ну, ветер и как бы так на камеру. Была практика занятий айкидо, другими успешными единоборствами. Вот на данном занятии прикоснулись к еще одному интересному, на мой взгляд, сочетанию рукопашного боя и экстрасенсорики. Большое спасибо за передвижное состояние инструктора. Александр. Занимался борьбой, был 15 перерыв, сейчас 7 лет айкидо. Что мне понравилось, состояние удовольствия, ну и комфорт, и тепло, состояние интуиции, присутствие здесь и сейчас. Сергей Тошин занимался классической борьбой, мне в тренинге понравилось основной самомассаж и массаж когда во время выполнения бросков. Самое прикольное. Ну, к сожалению, экстрасенсорику ты где-то находишь, доходишь до какого-то состояния, но просто я быстро очень потеряю. Пока что надо больше к этому больше тратить. Владимир, ты пришел на эти семинары, скажем так, для себя, по здоровью немножко и ощущение вот этого как бы прокачки уже как на втором дне более ощутилось. Были замечены тренером некоторые моменты застоя. Буду дальше работать над собой, со здоровьем, над своим здоровьем. Ну, потому что я сам провожу семинары, знаю, что это такое, как это готовится. И все, ну, то есть в плане методики и последовательности, вообще удивляюсь, как можно было вывести, ну, как бы вот, показать основы, как базу. То есть я удивляюсь умению, потому что... Ну, показать, рассказать базовые какие-то вещи как людям, которые в рукопашном бою там ничего не понимают, и потом это вывести, ну, скомпоновать там с экстрасенсорикой. Очень интересный подход, очень понравилось. Отличный семинар, спасибо большое.